Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня расскажу о ICO ELIQD. ELIQD в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование ELIQD с сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, мы понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. Также на главной странице, что продажа токена уже началась, предоставляется на данный момент сейчас 10% бонусное предложение. Также мы можем видеть, что продано уже более 9% токенов. Ниже нам предоставлен промо-ролик. ELIQD – это платформа, предназначена для того, чтобы позволить промышленным производителям создавать интернет-магазины, которые будут хорошо использоваться, хорошо будут использовать самые передовые технологии в области электронной коммерции. Вот. Также одной из основных особенностей ELIQD является использование технологии блокчейн, которая позволит сделать платформу прозрачной, открытой, максимально безопасной для обоих сторон транзакции. Мы также видим, что ELIQD нашел решение глобальных проблем. Теперь потребители будут иметь доступ к брендам со всего мира 24 часа в сутки, 365 дней в году, где бы они ни находились. Также монеты ELIQD позволяют пользователям отправлять или получать платежи по всему миру за считанные минуты, устраняя риск неплатежа. Также приложение записи ELIQD позволит упростить создание электронной записи и сохранить эти данные в децентрализованной анонимной сети. Отдельно хочется отметить, что сеть ELIQD теперь будет записывать все транзакции, положительные или отрицательные, тем самым создавая репутацию для пользователей. Поэтому риск негативного обзора будет мотивировать все стороны оставаться честными. Нам предоставлены ICO-рейтинги. Основными преимуществами ELIQD это будет работа на платформе блокчейн. Мы понимаем, что блочная цепочка будет обеспечивать полную прозрачность и проверку каждой транзакции. Также это одноранговый принцип взаимодействия внутри ELIQD, который позволит всем участникам взаимодействовать напрямую. Будут устранены затраты, связанные с посредниками. Также это идентификаторы утилиты. Арбитраж. В случае спора между покупателем и продавцом имеется арбитражная служба. Также будет система репутации и платежи фиат. Криптокоммерческая экосистема ELIQD позволит брендам, потребителям, дистрибьюторам напрямую взаимодействовать друг с другом. Без посредников мы это можем увидеть на схеме. Также нам предоставлен раздел «Дорожная карта». Можно увидеть, что проект начался в 2018 году. Отдельно можно отметить четко распланированный график. Развитие проекта идет за планом. Команда каждую ступень дорожной карты
отрабатывает четко в срок. Далее мы можем видеть распределение токена и распределение средств. То, что касается распределения токена, здесь можно видеть, что команда оставляет для себя и партнеров немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Относительное распределение доходов мы видим. Половина пойдет на развитие оборудования, также пойдет на маркетинг, операции компании и также на административные аспекты. Система бонусных ресурсов. Мы видим, что на каждом этапе существует своя бонусная программа. И мы также должны понимать, что ранние инвесторы получают наивысшие бонусы. Что касается команды, можно отметить, что здесь все хорошо и внушает спокойствие. Ведь на данном ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. На сайте также вы можете ознакомиться с часто задаваемыми вопросами. Внизу сайта мы видим, нам предоставлены социальные сети, в которых мы можем стать подписчиками данного проекта, получать больше информации, быть в курсе последних событий. Проанализировав всю информацию и факты, можно сказать, что у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее число участников. Его активные темпы роста обусловлены многочисленными достоинствами, которые ему присущи, даже уже на самых ранних стадиях развития. На этом обзор нового ICO проекта ELIKE.UD закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!